Добрый день, друзья. Вот видим с вами рассмотрим такой проект, как YouTube. Что это за проект? А что он из себя представляет? Давайте рассмотрим. Вот. Айвард, мы строим первый децентрализованный рынок идей на ранговый мобильный инкубатор, где идея имеет ценность. Участники вознаграждаются меритократическим образом, исходя из ценностей и вклада в их сообщество. Куб стремится освободить бизнес, ориентированные идеи от их специфического ограничения, создавая экосистему с открытым исходным кодом, самоорганизующих, где идеи рассматриваются как структурные модели рынка. Вот, это возвращает участников контроля над их решениями, дает им возможность создавать рынок, влиять на него, в конечном счете, бросать ему вызов. Вот, дорожная карта проекта. Команда проекта. Вот такой вот проект. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Такое вот короткое видео сегодня. Всем спасибо, всем пока.